В ходе рейда по выявлению правонарушений в сфере миграции сотрудники полиции остановили автобус с иностранными гражданами, двигающиеся в направлении автомобильного пункта пропуска через границу Россия-Казахстан. При проверке документов выяснилось, что 35 из 60 пассажиров находились на территории страны незаконно. Домой едете? Да. Работали здесь? Нет. Нет? Да. А чем занимались? Ну, кто-то частный, кто-то работал, да. За нарушение правил въезда, пребывания и режима проживания отделом по вопросам миграции Кировского района Саратова на 27 приезжих наложены штрафы на сумму 102 тысячи рублей. На 8 иностранных граждан, незаконно пребывающих в стране, составлены административные протоколы и направлены в суд. Кроме того, в автобусе находился гражданин Республики Узбекистан, не исполнивший решение суда о выдворении с территории Российской Федерации, который привлечен к административной ответственности за неисполнение решения суда. Материал направлен в суд для принятия решения по существу дела. Водитель автобуса привлечен к административной ответственности за перевозку иностранных граждан. В последующем будет решаться вопрос о закрытии ему въезда на территорию страны. Эллада Абжалимова, Расул Ибрагимов, Андрей Багаев, дежурная часть, Саратов.